Рискуя своей жизнью, они каждый день идут в огонь. Спасать людей для них вовсе не подвиг, а привычные будни. Они – бойцы пожарной охраны. Выходим! Да куда? Сава, там человек! Мы не успеем его вытащить, пошли! Успеем, Сава! Но пока не заревела пожарная сирена, они – обычные люди. Давай поговорим. Мы сейчас что делаем? Ух ты! Вот это герой! Марь! Марь, поздоровайся с отцом. Привет, па. Между двух огней. Смотрите на телеканале «Беларусь-4».